Добрый день. Сегодня 12 августа. Хочу вам рассказать о винограде юбилей Херсонского дачника. В этом году у меня он показывает первое робкое плодоношение. Куст среднерослый. Гроздочки растрепыши, неказистые. Пока нагружал его немного. Всего на куст у меня получилось около 5-6 вот таких небольших гроздочек. В отличие от внешнего вида, вкус у него, конечно, шикарный. Очень приятный, сбалансированный вкус. Легкий, но четко выраженный мускат. Не очень сильный, но приятный. Гроздочка красивая, желто-красная, такая розовая. Такая почти персикового цвета. Как вот эта вот ягодка. Основной его окрас. В принципе. Хорошо, что я на всякий случай посадил два куста. И уже не жалею. Вкус очень хороший. Моей семье понравился. Заявленная морозостойкость у него до 24-25. То есть в южных районах Украины можно его почти не укрывать. Как аналог Тимур, тоже заявлена морозостойкость до 25. Я его не укрывал, хорошо себя сейчас чувствует. Косточки не напрягают, шкурка, не скажу, что легко, но съедается. Терпкости нету, горечи нету, вкус, как я говорил, сбалансирован, очень приятный. Как видно, муравьи, а значит и осы, которых пока еще нету, поскольку погода, наверное, не очень способствует этому. Видно. Муравьишки очень любят этот сорт. Полюбился. Болячек хватает немного на себя. 2-3 обработки от мильдью аидиума в баковой смеси с клещами, с инсектицидами, акарицидами. Будет достаточно для данного сорта. Всем пока!